Северная столица в Государственном музее истории Санкт-Петербурга, особняки Румянцева, на Галерной улице состоялось открытие выставки «Душа Петербурга». С подробностями из города на Неве Анна Коваль. В выставочных залах особняка Румянцева открылась выставка «Душа Петербурга». Это по счету третья выставка авторского художественно-просветительского проекта. Посетители экспозиции смогут увидеть пейзажи, жанровые картины, портреты, скульптуры, медальерное искусство и многое другое. Уже третья выставка проекта. Это авторский проект «Душа Петербурга», куда художники приглашаются в проект. Все эти работы отражают жизнь Петрограда, Ленинграда, Санкт-Петербурга, начиная с 1920-х годов и до наших дней. В каждом произведении индивидуально передан дух своего времени, городской среды и образ современника. «Душа Петербурга» – это художественно-просветительский проект, зародившийся в 2009 году и объединяющий художников разных поколений, в центре творчества которых – Петербург. Для меня в первую очередь это человечность, конечно, потому что благодаря этой человечности, вот этому духу коллективизма, который был в ленинградскую блокаду, город выжил, город победил и приобрел всемирную славу. Вот, именно как город-герой, настоящий город-герой, благодаря не только, конечно, архитектуре, а его людям. Вот главная ценность, вот душа, она не у камня, она у человека. Проект состоит из ретроспективного раздела, включающего произведения 12 мастеров Петербургской ленинградской школы изобразительного искусства из частных собраний, а также работы 16 современных художников. Выставка открыта для всех желающих в рабочие часы музея до 26 июня.